Значит, вы отсиживались здесь, а до этого в Вигваме, а еще раньше в какой-то пещере, слушали сказочки, читали книжки? Тут было на что посмотреть. Что вы принесли на его землю? Убийства, драки, безумно грубые, дикие игры голых божьих обезьян. Просто вынос мозга. Но на самом деле, самый смак эти ваши истории. Они настоящий плод свободной воли. По крайней мере, были до сегодняшнего дня. Создавая истории, вы сами становитесь богами собственных крошечных причудливых мирков. Так много миров. Я читаю изо всех своих ангельских сил, но все равно не поспеваю. Знаете что? Спускайте курок. Что? Спускай нахрен курок, трусливый кусок дерьма. Эй. О скольких страданиях ты прочитал, пока отсиживался здесь? О людских страданиях. Сколько их было по вине твоей родни? Хватит, успокойся. Рассказать историю? Про Кевина Трена. Историю. Обычный пацан, отличник, жил, не тужил, пока не вляпался в ваше ангельское дерьмо. Он стал пророком Слова Божьего. Вашим пророком. Ты должен был присматривать за ним, но нет. Ты засел здесь со своими книжками в обнимку.